Кафе Мими. Маска для лица, авокадо и руккола. Бренд не тестирует косметику на животных, а этот продукт не попался в наборе бренда, отмеченном значком веган. Средство упаковки объемом 10 мл. Маска призвана увлажнять, тонизировать кожу, повышать упругость и эластичность, питать и смягчать ее, предотвращать появление сухости и шелушения, придавать коже мягкость и шелковистость. Продукт кремообразный белого цвета, густой, однородный и плотной текстуры. Содержит сок листьев алоэ вера, экстракты авокадо, спирулины и куркумы, глицерин, масла семян руккол и бабассу, витамин Е, парфюмерную композицию и иные ингредиенты. У маски приятный, нежный и нестойкий аромат, больше травяной и немного фруктовый. После умывания выветривался. Средство распределялось по коже легко и относительно равномерно. Следует нанести маску на лицо на 5-10 минут, избегая области вокруг глаз, а затем смыть водой. За это время она кожу не стягивала и полностью не высыхала. После маски лицо ощущалось более гладким, нежным, напитанным и увлажненным.